Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас будет обзор вещей с сайта Shein. Я уже все распаковала, разгладила. И сегодня будет примерка. Я не стала снимать распаковку, потому что, ну, кому оно надо, шуршать пакетами перед вами, да еще и я обычно снимаю такие видео поздно ночью, и получается чуть ли не полушепотом. Даже сейчас мне приходится тихо разговаривать, дети спят. Сейчас я покажу все вещи на себе. В основном здесь все вещи размера M, medium. Поехали. Начинаю обзор я с вот этого вот джинсового платья. Так, по качеству претензий вообще нет у меня ни к одной вещи. Ниток торчащих не было, может быть, одна-две ниточки. И то я не помню, честно сказать. Не было даже... Нет, не было ниток. Я ни одну нитку не срезала ни на одной вещи. Вот что мне не очень нравится. Мне не нравится, естественно, то, как оно на меня село. Я взяла размер L, а надо было мне взять M-ку. Видите, да? Но оно мне широковато. На модели платье сидело так, знаете, в облипочку, так красиво. Но мне великовато это платье. Хотя я часто ношу вещи на размер больше, но в этом платье как-то я себя не очень, что ли, ощущаю. Не знаю, я еще подумаю, буду я его носить или нет. Я его надела со своими джинсовыми тапульками и темно-синий ремешок. Здесь обязательно просится ремень, у меня, по крайней мере, потому что здесь есть такая вставочка для ремня. Вот, рукав длинный, на полную длину. Сейчас не смогу спустить. Так, кармашки, интересно, рабочие. Да, маленькие кармашки рабочие. Но у меня почему-то сюда еще карманы просятся, но их нет. Здесь такие выточки. Жгу, по качеству никаких претензий нет. Смело можно было с моими параметрами заказать размер M и надевать, потому что джинса тянется здесь. Растягивающаяся. Плотное. Это не летнее платье. Абсолютно не летний. Его можно носить поздней осенью, весной и даже зимой. Оно плотное платьишко. Сзади сейчас покажу, если смогу. Сзади ничего нет. Вот, все обычно. Классика, классика, как я люблю говорить. Оно выигрывает тем, что оно простого кроя, ничего лишнего нет. Вы можете подбирать сюда даже яркие, наверное, какие-то аксессуары. Красного цвета сюда подойдут. И белого подойдут. Вот, все, пойдем за второй вещью. Закрываемся. Следующая вещь, которая мне пришла на обзор. А, кстати, я не знаю, я говорила или нет, все вещи пришли на обзор, я их не покупала. А следующая вещь, которая мне пришла на обзор, это вот эти джинсы. Так, вещи выбираю я сама. На модели эти джинсики сидят в обтяг, по фигуре и так далее. Я выбрала себе размер L, и, как видите, на мне свободно. Это как раз вот то, как сейчас ходит очень много девушек. Но что-то я понимаю, это не мой стиль, или я еще не доросла до него, не мое пока это. Джинсы полной длины, хорошая плотная джинса, хорошая расцветка, ничего лишнего нигде на них нет. Высокая посадка. Вот, спину тоже засветила. Так, еще раз повторюсь, на мне размер L. Свои параметры я обязательно напишу, нужно измерить. Я надела его с короткой белой футболочкой. И белый кросс. Ну, я не знаю больше еще, что сюда просится. Наверное, любая какая-нибудь рубаха. И какие-нибудь кроссовки тоже подойдут, любые. Вот, по качеству претензий нет, качество очень хорошее. Может быть, я потом отдельно небольшой кусочек вставлю, где все вещи близко покажу, потому что все-таки я говорю, качество хорошее, материал хороший, а все-таки видеть ближе это совсем другое. Ниток тоже не было. Вот. Рост у меня 174. По длине хорошо, два раза подвернуты они. Все-таки, я думаю, мне нужно было брать размер M, и, может быть, тогда я была бы довольна.
сейчас вот, ну, никогда в моем гардеробе никогда не было джинсов таких вот свободных, вот ветер гуляет. Ну, этот стиль, видимо, не мое. Ну, были у меня прямые джинсы, конечно, но они вот здесь сидели вот так. Вот. Ладно, так, покупки тем, кто любит такой стиль, я советую. Смело можете покупать. Качество хорошее, он даже Зулечка подтвердила, ей очень нравится. Дальше у меня в обзоре вот такой нежнейший свитер. Он на самом деле очень нежный, очень приятный к телу, мягкий. Зефрашка возмущается моя. Расцветка просто обалденная. На мне размер M, medium. Но, наверное, я его подарю Зулечке, он ей больше подойдет по размеру. Потому что, ну, мне немножко рукава коротковаты, что ли. Зулечке он больше подойдет, мне так кажется. А так, претензий к качеству вообще никаких. Вообще, он просто мягкий, просто суперский. Просто-просто отлично. У меня есть какой-то свитер, такой же мягкий, который я брала в Турции, но он вот такой же прям отличный. Сочетаться, по-моему, будет с любыми джинсами, даже с юбками спокойно будет сочетаться. Вообще никаких проблем с сочетанием этого свитера у вас не возникнет. Очень хорошенький. И горло очень удобное, не сильно поджимает и не сильно открытое. Вот так вот. Закрываемся, идем дальше. Следующая вещь, которая пришла мне на обзор, это белая футболка. Это единственная вещь, которая у меня в гардеробе, вот в этой посылке размера XL. Я взяла специально свободную, я люблю белые футболки свободные. В обтяг у меня есть, короткая у меня есть. А вот эти длинные белые футболки у меня очень быстро портятся, потому что я ношу и дома, и на улице, и часто стираю. Вот. Вот такая вот футболочка. Подол овальный, видите, да? Сзади тоже. Что нравится, что подвернуты рукава. Два слоя они подвернуты. Здесь закреплено. Ну и здесь, естественно, закреплено. Кармашек функционирует, который. Она, знаете, она не кипельно-белого цвета. Моя предыдущая футболка, которая на мне была. Сейчас, секунду. Так, вот она, моя предыдущая футболка, которую я ношу пару лет. И она уже давно не первой свежести, естественно. И вот такой белый цвет у нее сохранился. А эта же, она такая ближе к молочному, что ли. Даже не молочный, но не кипельно-белый. Белый, но не кипельно-белый. Качество хорошее, швы аккуратные. Видите, да, все обработано. Так, все-таки я покажу в кусочке видео вещи поближе. А пока буду показывать их на себе, как они сидят. Еще раз повторюсь, на мне размер XL. XL, XL, XL. Сидит хорошо. Мне нравится, по крайней мере, если кто хочет в обтяг. Даже не в обтяг, но вот хотя бы вот так. Если вы хотите, надо было брать L-ку. Если хотите еще... М-ку. Я хочу вот так свободно. Мне нравится. Все, закрываемся. Следующая вещь, которая пришла на обзор, это вот этот вот пиджак. Отличный просто пиджак. Знаете, из 10 баллов, все 10 баллов я могу дать этому пиджаку. Сел классно. Размер М на мне. Рукав я не приподняла, он именно вот такой. Присборенный. Я смотрю, сейчас у многих пиджаков вот такой присборенный рукав. Классика, классика. Кармашки. Так, они прострочены. Да, они прострочены. Но ткань просто хорошая, хорошая такая. Посмотрите, какая расцветка красивая. Удачно впишется в ваш гардероб, думаю, подойдет и с классическими брюками, и с юбками, и с джинсами.
Ну просто супер, посмотрите. А сейчас самое интересное. Самое интересное, я не смогла определиться, с какими кроссовками его надеть, и предоставлю это на ваш обзор. Серые или белые? Серые. Так. Классно, серыми. Белые. Тоже, по-моему, классно. Не могу определиться. Мне и так нравится, и так нравится. В принципе, можно один день так выходить, другой день так выходить. Но пиджак однозначно, да, супер. Он обязательно приживется в моем гардеробе. Это вот то, что мне нужно. Где-то через пару недель, 2-3 недели, я точно его буду таскать вовсю. Он мне очень-очень понравился. Он удобный, он комфортный. Он в плечах сел мне как раз. Он в рукавах мне не жмет, что очень часто у меня сейчас наблюдается. Мне просто отлично в нем. Та-да-да-да-да-да-да-да. Размер М. Подкладка черная. Вот еще раз. Сзади вот ничего нет. Ничего абсолютно. Сейчас покажу вам еще два пиджака. Два пиджака и рубашка, по-моему, остались. Следующий пиджак, это вот он. Красивый пиджачок. Очень-очень оригинальный. Он не застегивается. Пуговки есть. Запасная пуговица тоже есть, но он не застегивается. Кармашки... Кармашки просто прострочены, они рабочие, очень красивый, подкладка бежевого цвета, можно носить его и с классическими брючками, как я его надела, и с джинсами. На модели он был с джинсами, но так как в обзоре моем и так столько джинс, я думаю, ну давай-ка, классические брюки тоже не помешают. Вы знаете, пиджак красивый, рукав тоже, в принципе, на модели тоже он коротковатый, точно так же сел на мне, но у меня такое ощущение, что он в мой гардероб не впишется. Это вещь, которую я надела бы, наверное, еще года полтора назад, до беременности, до родов. Сейчас это, ну, как-то не вписывается в мой гардероб, то, что я сейчас ношу. Но... От этого эта вещь не перестает быть хорошего качества, красивой, нежной. А, и еще это размер М. Видите, она мне в плечах. Когда я вот так делаю, маловато. Хотя все пиджаки размера М взяла. Вот. Еще мне, знаете, вот прям просится, чтобы он застегивался. Но это не проблема. Можно сделать, чтобы он застегивался вот здесь вот. Отнести в ателье, чтобы вам вот здесь вот сделали дырочку. Ну и здесь, наверное. Короче, это не проблема, если вы захотите его застегивать. Так. Ну, красивущий, зараза. Цветовая гамма такая хорошая. Да. Так, идем дальше за последним пиджачком и рубашкой. Нежнятина нежнейшая. Вот я не могла просто пройти мимо этой рубашки, блузки. Просто супер. Она такая красивая, красивая. Каждый цветочек отдельно нужно проглаживать. Очень красивая, прозрачная. Но кто хочет, может носить с бюстгальтером, может носить вот так вот с топом, может носить с майкой. Как хотите, так и носите. Я попробовала ее надеть с бежевым топом, но, знаете, с черным мне нравится больше. Я, конечно, вот так носить ее не буду, я буду носить ее с майкой. И эта вещь не на каждый день, вы понимаете, на рынок или в магазинчик, или на прогулку с детьми в ней не пойдешь. Эта вещь в ресторан по какому-то случаю, или на свадьбу местную, по какое-то мероприятие. Ну, что-то такое, но, естественно, не на каждый день.
Если у вас там какие-то недостатки, тоже покажет. Поэтому смотрите, прежде чем заказывать, качеству, боже, ну не вообще никаких претензий. Единственное, но это вот здесь вот, где пуговицы пришиты, на пуговках по одной ниточке вот так торчит. Все, больше ничего нет. Очень красивая рубашечка. Сзади ничего нет, кроме цветочков полностью. Так, вроде все показала. Размер вроде М на мне. Я все размеры оставлю под видео. Свои параметры тоже обязательно оставлю под видео. Обязательно. Классно. Мне нравится. Мне она так нравится. Так нравится. И, естественно, ее на себе вообще не чувствуешь. Вообще не ощущаешь. Пойдем дальше. Следующая вещь на обзор – это рубаха. Мне почему-то слово «рубашка» сюда никак не вписывается. Именно рубаха. Я ее взяла из-за цвета и, естественно, из-за материала. В этот раз я выбирала вещи, материал, чтобы был натуральный. В основном, кроме вон той такой красивой блузки. Цвет. Этот цвет сейчас в моде в Турции. Все магазины забиты именно этим цветом. И еще гончарный цвет тоже. Рукава длиннющие, на мой 174 рост, рукава хорошо, но они вот так вот подкатываются, закатываются, функционирующий кармашек, она такая свободная-свободная, это размер, по-моему, XL, обязательно еще раз говорю, подпишу, сзади вот так вот все, чуть-чуть там сборочка есть. Длина хорошая. Вот. Можно носить и вот так, в принципе. Но мне почему-то больше понравилось в заправленном виде. Можно носить и с ремешочком. Как хотите, так и носите. Рубашка такая вот простенькая, которая впишется в ваш гардероб и подойдет много под что. Цвета, по-моему, цветовая гамма, по-моему, была у продавца там разнообразная. Я уже точно не помню. Идеально вписалась, идеально подходит с темно-синим цветом джинс. Просто идеальное сочетание. Еще этот цвет подходит с красным, по-моему, если не ошибаюсь. Еще, по-моему, с фиолетовым он сочетается. Ох, да-да, с коричневым, естественно. Ну, думаю, будет не проблема у вас сочетать этот цвет. Очень-очень-очень-очень мне нравится рубашка. Я обязательно ее буду носить, она обязательно приживется в моем гардеробе. И последняя вещь. Пиджак. И последний пиджак, вот он, темно-синего цвета, белую клеточку. Тоже вписался в мой гардероб, сразу скажу, носить буду обязательно. Рукав вот только-только на мой рост. В плечах тоже мне хорошо, мне нравится. Подойдет буквально со всеми джинсами вашими, с классическими брючками, с юбками, ну, с шортами, сочетать его вообще не проблема. Там, по-моему, еще черный цвет был. И, кажется, серый был цвет. Самые такие, знаете, хорошие цвета были. Пиджак просто отличный. При желании его можно застегнуть. Вот так. Из всех трех пиджаков вот этот размер M на меня сел более комфортно. Серый тоже хорошо сел, и этот, тот бежевый, ну, чуть-чуть маловат мне все-таки. Пиджак класснючий, советую. Он не тяжелый, он легкий. Легкая-легкая такая ткань. Сзади вот так он выглядит. Хороший пиджачок. Я, конечно, буду его носить закатанными рукавами, как и все я ношу вот так вот. Я прям фанат закатанных рукавов. Я люблю закатанные рукава. Даже если у свитера и у рубашки полная длина рукава, я все равно их закатываю. Кстати, эта рубашка, как видите, тоже хорошо сочетается с этим пиджаком. Вот. Пишите, что вам больше всего понравилось из того, что я выбрала. Что бы с чем бы вы надели, что бы с чем бы вы посочетали бы. Просто у меня, знаете, в последнее время фантазия не так хорошо работает, как раньше, чтобы сочетать одежду. Быстро-быстро надела, что первое увидела и побежала.
Когда у тебя двое маленьких детей, так оно именно и бывает, в принципе. Пишите, я почитаю, послушаю, может, что-то для себя извлеку. Но, конечно, комментарии типа «фу», «та-та-та-та», пожалуйста, поддержите при себе, имейте уважение к себе и к окружающим вас людям. Все, а я пошла снимать эти вещи вам поближе, чтобы вы видели текстуру ткани, швы и так далее. Итак, быстренько покажу, потому что у меня оба ребенка проснулись. Зуля пытается их отвлечь. Вот поближе все. Швы. Это воротник. Так, я надеюсь, там фокусируется. Опа, вот. Вот хорошо видно. Так, подол вот такой просто обрезанный. Ну, все, думаю, понятно. Состав тоже, думаю, понятно. Здесь, конечно, здесь натуральной тканью не пахнет. 100% полиэстер. Размер М. И идем дальше. Честно, погладить ее я так помучилась. Да. Пиджачок. Вот он. Это вроде как был 100% хлопок. Да, 100% хлопок. Вот такая вот ткань. Цвет темно-синий, в такую молочную клетку. Не кипельно-белая, а такая белая. Карманы, по-моему, не знаю даже. Карманы, по-моему, просто прострочены, их нет. Вроде нет карман, но для меня в таких пиджаках это не важно. Так, пуговицы покажу поближе. Знаете, это сама ткань, она такая как бы с белыми вкраплениями, что ли. Мягкая такая, приятная на ощупь. Внутри выглядит вот так. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, все, думаю, достаточно. Кому надо, тот увидел. Теперь этот тяжелый. Поближе. Ткань, посмотрите. Состав 100% полиэстер, но полиэстер здесь вот этот, наверху это точно не полиэстер, хотя нет полиэстер, представляете, такое ощущение, как будто это хлопок наверху. 100% полиэстер, подкладка. Пуговки покажу. Да-да-да. Фокус. Вот пуговицы. Так. Ну и что вам еще показать? Вот здесь есть нитки местами вот торчат, но их можно срезать. Вот. Белая футболка отличного качества. Здесь, наверное, видно, насколько она белая, что она не кипельно-белая. Вообще белый и черный цвет очень тяжело передать вот на камере. Рукав вот он. Вот так выглядит, сложенный. Такс, покажу внутренние швы. Это горловина. Это подол. Так, размер XL вроде. Да, XL. Так, 35% хлопок, 65% полиэстер. Так, все, идем дальше. И этот пиджачок, красивый пиджачок,
Красивущий. У вас обязательно должен быть в гардеробе такой пиджак. Я думаю, здесь все-таки есть карманы. Почему-то мне кажется, что здесь есть карманы, что их нужно открыть, и будет карман. Да, есть. Есть здесь карман, потому что оставили специальное отверстие. Рукавод собранный. Сборочка такая. Так вот все выглядит. Что еще показать? Я даже не знаю. Здесь, в принципе, все понятно с качеством. Это что у нас? Это ниточка такая торчит. Такс-такс. Свитерок. Это внутренняя сторона, как я его и сняла. Ниток ничего нет, как видите. Все аккуратно. 100% полиэстер. Эмочка это. И... сейчас снаружи покажем. Не забываем приглядеться к рубашке, которая на мне. Я ее отдельно показывать уже не буду снимать, естественно. Вот. Вот она, пушистая облачко. Тут, ох. Вот. Джинсы. А, кстати, вот сейчас я замечаю такой небольшой брак. Видите, белая нитка вот здесь. Но ее можно отсюда вытащить, это не проблема, но как бы возиться с этим никому не хочется. Потихонечку она вытаскивается. Посмотрим внутренние швы. И качество джинсов я всегда смотрю вот по внутренним швам. Вот они. Элька. Теперь снаружи. Так, замок. Молния, конечно, не самая дорогая, но такая среднего качества. Вот. Джинса плотная, видите, да? Не тоненькая такая летняя, а такая осенняя, зимняя даже. И платье из точно такой же толщины джинсы, но цвет немножко светлее у платья. Пожалуйста. Это внутренняя сторона. Все очень аккуратно, я не буду там углубляться. Наружнее. Что показать, даже не знаю. Вот где выточки сейчас покажу. Вот так смотрится это. Где выточки? С передней стороны выточки покажем сейчас. И нижние швы. Подол. Вот настолько тянется, не сильно, но все-таки тянется. Так, размер у нас здесь еще не написан, хотя я помню, что я брала эльку. Да, ну вот здесь написано элька. Все, и рубашка, вот она, вот ткань, чтобы поближе вы посмотрели. Вот она. Ну, цвет вы видите, вот цвет именно вот как вот сейчас в камере, вот такой цвет у него, красивый, горчичный цвет. Все, я на этом закрываюсь, мои хорошие. Что понравилось, пишите. Кому понравилось видео, не забываем пальчик ставить кверху. Всем пока-пока, до новых встреч. Забыла сказать, ссылочки на все вещи я оставлю в инфобоксе под видео. Обязательно переходите по ссылочкам. Выбирайте, смотрите. На этом сайте очень много вещей других. У меня в гардеробе немало вещей с этого сайта. Кто меня давно смотрит, знает, что мне не раз приходили на обзор их вещи. Я и сама делала там покупки. Вещи хорошего качества. Я их ношу периодически. Это
Не с той серии, что мне прислали, я показала и все, забыла, выкинула. Нет, я ношу эти вещи. Большинство вещей я ношу. Большинство прижилось в моем гардеробе. Все, теперь уж точно пока. Удачных покупок!